Здравствуйте! Рад видеть вас на своем YouTube-канале. У меня за многие годы накопился достаточно объемный жизненный опыт в практиках дыхания, в медитациях. У меня получилось сделать свой метод, метод энергодыхания. Уже как 8 лет я провожу дыхательные тренинги, практики, работаю с людьми. И некоторые из этих техник дыхания я записал на видео и готов предоставить вам на своем личном канале. Друзья, у меня здесь очень много информации, и эта информация будет интересна тем людям, которые занимаются саморазвитием, которые ищут и следуют по духовному пути, которые занимаются йогой, которые дышали или интересуются холотропным дыханием. Я вам рекомендую начать с какой-нибудь практики энергодыхания, потому что здесь есть лекции и конкретно практики. Найдите в поиске «Практика энергодыхания» или онлайн «Энергодыхание» Романа Карловского. Пройдите, это занятие не займет у вас много времени, но за 25 минут вы можете получить мгновенный результат повышения энергетики и избавления от блоков, зажимов в теле. Самая интересная фишка – это то, что другие продают за деньги, у меня на канале можно получить совершенно бесплатно. Я рекомендую проходить такие методы, техники по саморазвитию с наставником, либо с человеком, который в этом разбирается. Конечно, вы можете идти по этому пути самостоятельно. Вы дойдете до какой-то планки, и дальше, чтобы вы взяли какой-то более новый, более совершенный уровень, нужен человек, который уже на нем находится. Именно поэтому мы выезжаем на трехдневные ретриты, выездные программы. Там у нас все включено. Это баня, это проживание, это прекрасная атмосфера, это прекрасные люди, которые едут с одной целью – что-то познать новое, почувствовать себя в новом качестве, ощутить атмосферу и увести с собой некий инсайт, жизненно важный инсайт, который вы не сможете, например, почувствовать в городской атмосфере, в привычной среде. Итак, выездное мероприятие – это всегда про состояние, про внутреннее состояние, в котором отлетают навязанные какие-то шаблоны, принципы, смыслы, все то, чему нас навязывает социум, чему нас надоумивает какая-то внешняя среда. Первое, что вы должны почувствовать на таких мероприятиях и зачем туда ехать, это прежде всего себя, свои ощущения. Это когда останавливается время, когда ощущения в теле останавливают ум, и ты настолько погружаешься в состояние или в ощущение блаженства, в ощущение приятности. Это очень терапевтические состояния, и после них вы как обновленные, как после множества процедур в бане, например, возвращаетесь домой, потому что у вас очищается сознание, у вас очищается эмоциональный план, у вас разблокируется тело, все те комплексы, зажимы в теле, которые у вас были после ретрита, после выезда, их уже не становится. Тело чистое, изящное, эластичное, сознание ясное, всегда есть понимание, что будет дальше. Всегда на таких мероприятиях у вас формируется некая новая задача, она ясная, она в виде образов, поэтому именно за этим мы сюда едем. Важнейший элемент – это музыка, которая происходит во время дыхательных практик. Дело в том, что в музыке есть определенные ритмы, и именно эти ритмы позволяют входить в нужные нам состояния. Если мы убираем музыку, где-то 50% эффекта у нас не будет. То есть будет просто сам процесс дыхания, погружение в какое-то состояние, и в этом состоянии, конечно же, мы не сможем найти выход эмоциям. Я лично контролирую процесс ведения группы,
и ставлю музыку в онлайн-режиме. То есть я подбираю музыку во время дыхательной практики в групповой онлайн. То есть это значит, что я под группу ставлю определенное музыкальное сопровождение. Это тоже важно, потому что не должно быть никаких шаблонов. Проводник должен чувствовать энергию группы. Если происходит вот этот коннект, наш совместный рапорт, то атмосфера получается идеальной. Она не имеет никаких откатов, острых углов, не имеет каких-то, например, побочных эффектов. Это очень важно, когда все происходит в резонансе. Проводник, мастер, группа и сама техника. Вот совмещение этих трех параметров позволяет достичь очень глобальных, ощутимых результатов за короткий промежуток времени. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и увидимся уже в следующих видео. Пока!